Интересные подарки приготовит он для всех. Дети с ограниченными возможностями пребывают в новогоднем настроении уже 2 недели. Новогодняя елка, Рождество, колядки и гуляния на Новый год по новому и старому стилю организует для них неправительственная организация «Женская инициатива». Организаторы начали подготовку к этим праздникам с благотворительного концерта «Из рук в руки». Сегодня будет еще одна радость для детей с ограниченными возможностями, для детей афганцев и для детей из малоимущих семей. Это еще один праздник для этих детей. Такая праздничная программа, которая продолжается до Нового года по старому стилю, стала уже традицией. И родители с детьми охотно посещают эти мероприятия. Эта елка очень хорошо для детей, она развлекает детей. Она... Дети отдыхают, празднуют Новый год, потому что не все отдыхают как в школу, как в садик. На самом деле детям это важно, помнить это с детства, потому что праздник – это радость, веселье, подарки. А дети это ощущают и получают в эти дни, особенно рождественские, новогодние. Я думаю, что эти праздники много радости принесут многим детям. Чтобы скрасить жизнь ограниченных детей и продлить их радость, к организации праздника подключились актеры местного театра и волонтеры. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи плясали и развлекали детей в течение всего праздника. «Если елка есть, смех и игры – это значит Новый год», – говорят дети. Что такое Новый год? Это дружба, хоровод, это смех ребят веселых, это дудочки, скрипки, песни, шутки и улыбки. Неправительственная организация «Женская инициатива» в период новогодних праздников своим вниманием охватила более 200 ограниченных и малоимущих детей.